А сегодня мы опять в гостях в кошкином доме. Все котаны дислоцируются разными группами. Вот такие вот. О, вот пришел черный кот Веселоп. Так вот. Это ты кто? Я тебя не знаю. Ты кто такой? А? Тут никого нет у нас. Вот попрыгун. Вот попрыгун прискакал. Кто-то жрет. А ты что, нюхаешь обогреватель? Конечно, возле него тепленько. А тут у нас самые блатные, да? Там вот вообще лежбище. Прямо лежбище, лежбище. Причем около этого, около вентиляции. То есть нам, говорит, дышать тут нечем. Сильно жарко. Караул. Такие вот. Вот такие вот у нас катаны. Ну. Пьют водичку. Кушают. Гостей намывают.